Гоша. Николай. Как там погода? С утра шел дождь. А что вообще в мире делается? Стабильности нет. Террористы опять захватили самолет. Ну а ты чего? Господи, какая ты, Катька, счастливая! А что ты все говорил, в нашем возрасте влюбиться невозможно, там в человеке все недостатки видят. Журналы какие-то там нам зачитывал. А у него нет недостатков. Он самый лучший человек на свете. Ты же сказал, что если у жены зарплата больше, это не семья. Ну как же ей признаться-то? Ну... Ты мозги не пудри, она меня обманула. Нет, это недоразумение. Нет, это ее принципиальная позиция. Поняла? Это недоразумение. Да нет. Она этим самым обнаружила, что для нее социальный статус человека выше, чем его. Мой личный статус. Переведи. Слушай. Опять? Нет. Откройте, девочки. Ну, сказал, что доставлю. Вот и доставил. Это спорный вопрос, кто кого доставил. Гошин. Коля. Где она? Там.